Всем привет! С вами канал Art Money. И собираемся мы на дачу. Тут, значит, открываю, смотрите, касса, буфс, лог и счет. Открыл. Конечно, нужно было ее открыть на самом деле сразу. Но, блин, я не знаю, почему-то мне очень-очень подозрительно странно, что такое вот это. То есть это для детей маленьких. И тут выясняется, что есть какая-то женщина непонятная и голый мужик. Блин, я не знаю, это что-то... Вот она вот так вот лежала, я открываю, не поняла, что такое вообще. Что это такое, объясните мне в комментариях, я не понимаю этого. Ну тут вот как бы штучки какие-то есть. В них, видимо, вставляешь, ну что, нельзя было сделать что-то нормальное? Надо было обязательно вот с голым торсом мужика поставить для детей, кстати. Для детей. Блин, вообще что-то мне непонятно. В чем здесь? Киев, Казань. Так, Дима там уже хулиганит у меня. Вот, разбираем, я тут смотрю. Это купил еще заранее. Вот, но нам нужны цифры и слоги на дачу взять. Я думала, но тут они вон какие. Буквы. О, тут цвета даже прикольненько. Такие они, кстати, глянцевые, не... Хотелось бы наоборот, чтобы они были жесткенькие. Ну ладно. Вот они, видимо, сюда одеваются. У меня в детстве была такая. Но ее, скорее всего, мама уже выкинула. А, ну вот они сюда одеваются, и тут они есть. Ну, что-то их, кстати, так много. А здесь, мне кажется, меньше гораздо. Да, Дима тут, пожалуйста, пошится. Что-то мне тут повытаскивал. Да, засранец такой. Это будем это посмотреть. А ты знаешь, хоть что это такое-то? Это минут. Так, на дачу я беру книгу. Подписала книга. Вот так я ее упаковала в такую бумагу. Такую бумагу, кстати, можно получить на Озоне во время там какого-то заказа. Они ее кладут очень много. Я себе оставила для упаковки подарков, для упаковки вот книг. На дачу берешь книгу, чтобы вот она не испачкалась. Вот там прям классно. Вот, вот тут надо еще как-нибудь залепить чем-нибудь, чтобы она это, держалась. Вот, беру я книгу вот, «Чтение с пеленок». Димочка у меня будет заниматься, когда там... Ну, короче, все понять, чтобы мне разузнать. Вот эту вот книжку, скорее всего, возьму. Вечером я ее попытаюсь прочитать. Если меня не заинтересует, ну, скорее всего, я думаю, она заинтересует, я ее возьму. Вот, у нас подготовка идет полным ходом. Еще тут за компьютером сижу параллельно. У меня тут вообще бардак. Вот надо взять, я, наверное, буду рисовать. Надо будет мою творческую тряпочку взять. Это моя самая любимая. А когда она есть, у меня прям вообще все получается. Получается рисовать. Вот прям вот она мне нужна. Ее нужно будет тоже не забыть взять. Но мы поедем на дачу только послезавтра, но уже заранее начинаем собираться. Тут вот. Что, включилась она? Она не играет у тебя, да? Ну, включилась. Выключи ее, пока она встала вот так. Это у нас маленький наш робот. Да, у нас такие странные звуки. Но я хотела показать вам другой, смотрите. Что натворил мой ребенок уже за утро, пока я так крепко-крепко спала. Меня разбудил только будильник. У нас уже прям стена здесь. Еще главное, смотрите, так ровненько все прям так это. Тут так внизу. Тут чуть-чуть уже. Тут порвал синюю вообще. Вчера немного рвал. Позавчера. Один день вообще к ней не подходил. И вот сегодня, да, оторвал уже сегодня. И там волки. Вон там он все разбросан со стола, он все сбрасывает. Эта стена у нас вообще уже все уже голая. Голая. Еще я ему чуть-чуть помогала и сверху. Там голая оторвала, стена. Чтобы он... И там голая стена. Да. И там голая стена, и там голая. Тебе нравятся, видимо, голые, да, стены? И здесь доски осенние. Ага.
Это обои, потому что еще клеили не на бетон, вот как положено, а на другие обои, которые уже были. Вот они. Вот они, вот они. То есть вот они есть, их надо было сдирать. Но не захотел свекру сдирать. Мама, если сдирать, да? Будет, если мама, да? Не, мама не будет сдирать, это Дима будет сдирать. Дальше будешь туда обрабатывать эту стену. Ту стену тоже, когда мы сдирали, содрали. Там был, значит, те обои желтые, то есть с цветочками. Потом вот такие обои. И потом уже сверху фотообойну. Вот видите, фотообойну сверху. То есть фотообойну приклеили вот на эти вот обои. Там и она очень плохо держалась из-за этого. Цветочки. Там есть. Они были, вспомни, они были. Вон даже желтые обои остались немножко. То есть, в принципе, кстати, так делать нельзя. Я помню, когда с мамой... Мама, у мамы я еще жила. Голова, мы делали, я помню, какая, ремонт во всей квартире. Какая. Да, гора там осталась. Я помню, как мы ремонт делали во всей квартире. Мама, тянет голову, да? Угу. Будет так? Гора, говорит, там. Подожди, я скажу теперь. Я помню, когда мы с мамой жили вместе... И делали ремонт во всей квартире. Я помню, эти обои полностью так сдирали. То есть вот прямо вот до этого вот бетона. Если она не сдиралась, я помню, мы швабры, вот эта швабра с губкой, я помню, мы вот так вот просто вот мыли вот это все. То есть, ну, мочили эти обои старые, все это полностью сдирали. И на бетонную стену клеили новые обои. То есть, блин, я помню, что вот так вот правильно. А не клеить на старые обои. И тут получилось на старый, поэтому... Дим, подожди, мама еще говорит. Здесь получились старые, тут получилось... Вот они прям вообще не отрываются. Видимо, их... это обои предыдущих соседей. И они даже не отрываются. Вот здесь вот на них были новые наклеены. Потом на новые наклеили еще вот эти. То есть раз, два, три. Три обоины. И потом только бетонная стена. Дима ее будет обрабатывать заново дальше. Что же теперь? Потолок сюда будет, не тут обсеть. Ой, потолок это вообще у нас отдельная история. Свекр купил самую-самую дешевую побелку. Или не знаю, чем там мажут. Этот потолок прям самый-самый дешевый. Он просто начал вот крошиться. Вот там он мокро было. У нас труба потекла. А здесь вот, вот это картина. Картина, да. Вот, а тут а тут у нас потолок просто начал крошиться, и он там еще чем-то замазал. Там у нас трубу проделывали, поскольку видите, что она одна у нас, вторая будет потом, когда-нибудь через лет 50. Вот тут вот, вот тоже крошится. Да, потолок у нас вообще отдельная история, да? Что это? Целая история у нас. Два сзади. Соседи? Соседи. Разговаривают. У нас просто какие-то странные звуки, короче. По этой вот стене у нас никто не живет. Это как раз вот наш проем вместе с этой соседкой. У нас там коляска просто стоит еще с самокатом. Я обычно за дверью слежу. Чтобы там не было открыто, потому что украдут очень быстро. Все, что не твое, да? В нашей стране очень быстро воруют. Здесь лампа, что-то... Лампа у тебя, да, одна лампочка уже перегорела, но тебе пока что не надо. Ты здесь что, почти не играешь? Тут горят, да, лампочки. Ты же играешь все время в моей, кстати, комнате. Мою там, конечно, играешь. Моей, не твоей. Не говори в носу. Там, скажи, мамина комната. Да. Короче, у нас утром мы просыпаемся. Димочку, ну, смотрите, в такой симпатичной пижамке. Кто тебе подарил эту пижаму, расскажи. Баба Лили подарила. Лили, баба Лили, да. А это что такое у тебя? Два разных носка? Впервые, слушай, вижу. Ну, ты прям это, мужчина настоящий. Тут... Это же мы с тобой на улицу одевали этот носок. Ты его уже достать успел?
А вы слышите, да, носок, это спас, это носок. Это носок какой-то. Еще какой-то носок. У тебя три ноги, что ли? Три ноги. Да, простыночка у нас тут тоже немножечко грязненькая, вы видите. Потому дачи есть. Да, мы на даче уже вот-вот уезжаем скоро. И поэтому не стало винить. Она синяя. Думала, чем бы ее накрыть, думаю, чтобы это все тут не запылилось. Баба Ива будет ездить. Да. Баба Ива и да. Мама. Да? Да. И зима. Да. Надо чем-то еще накрыть ее, чтобы она за это время, за 2 недели не запылилась тут. Да? Теперь вас. А то приедем, а тут будет пылища. Пылища, да? Да, пылища. Приедем, да? Пылища будет. Да. Там хона, там здесь вот одурит. Шумят сильно за сизи и топот. Да, да. Сзади Димы тут свалено. Целая куча. Здесь у нас эта вот подстилка, я ее постилаю, потому что тут Дима очень грязно. Ну, в основном вот здесь грязно, мне не хочется, чтобы он чистыми руками это все трогал. Потому что это мой пуфик уже... Слушайте, а кстати, ведь ему уже много лет. У нас еще с той квартиры с нами переехал. Ну, уже больше 5 лет, наверное, да, 6-7. Вообще, кстати, лучше всего покупать кожаные пуфики, мне кажется. Их хотя бы помыть можно, но единственное, может быть, они за годы растрескаются. А эти вообще неудобно. Не помоешь ничего. Кушай, кушай. А эти не помоешь ничего. Тут вот чаще сидишь, они грязные. А вот тут вот светленькие. Ну, они вот все грязные. Просто кошмар. Ну, мы их будем менять скоро. Хочу стульчики сюда, потом хочу стол какой-нибудь такой красивый. Фактура подходящая. Тут я вот посуду мою. Вот такую же вот фактуру. Какую-то. Похожую. Не эту, наверное, но похожую. Не знаю пока. Да, у нас там завалено все. Сейчас все убираюсь. Вот Дима захотел хлеб. Хлеб съел, печеньки уже съел. У нас тут тоже все на столе уборка. Вот печеньки, да? Квадратные, да? Дима, вместе с хлебом ешь сыр. Водой запивай своей. Водой запивай.